мастер спорта международного класса по кикбоксингу, рекордсмен книги рекордов Гиннесса, капитан и организатор футбольной команды «Art Stars» звезд белорусской эстрады, автор и исполнитель Альберт Скороход. У него столько регалий, как я их смогла выучить, до сих пор не знаю. Добрый вечер. Спасибо большое. Аплодисменты, Альберт Скороход. Юлия Шагунец. Сегодня мы хотим вам подарить не ту песню, которую мы пели много лет подряд, а у нас сегодня премьера, также премьера песни. Первый раз она прозвучала на творческом вечере Юрия Иосифовича. Сегодня мы дарим ее вам. Альберт Скороход, Юрий Михонский, «Любовь по жизни». Я даже специально переобулась, чтобы можно было танцевать и больше не цепляться. Ваши аплодисменты! Любовь познал свою сполна, она в душе вся растворилась, как море нежная волна во мне звездою засветилась. Земля уходит из-под ног, корабль любви моей качает, и нежной песни ровный слог с восходом солнышко встречает. Любовь по жизни всех главней совсем года не замечает, пока сердца стучатся в ней, весь мир разлуки избегает. Любовь по жизни всех главней совсем года не замечает, пока сердца стучатся в ней, весь мир разлуки избегает. И без любви нам не прожить, с ней даже крылья вырастают, и нужно к ней всегда спешить, ее прекрасней не бывает. Ты только верь, она придет, от бед людей собой укроет, свои огни в сердцах зажжет и счастьем, радостью умоет. Любовь по жизни всех главней совсем года не замечает, пока сердца стучатся в ней, весь мир разлуки избегает. Любовь по жизни всех главней совсем года не замечает, пока сердца стучатся в ней, весь мир разлуки избегает. А вы? Это энергичный танец. Любовь по жизни всех главней совсем года не замечает, пока сердца стучатся в ней, весь мир разлуки избегает. Любовь по жизни всех главней совсем года не замечает, пока сердца стучатся в ней, весь мир разлуки избегает. Пока сердца стучатся в ней, весь мир разлуки избегает. Пам-парам-пам-пам. А вы и... Пам-парам, пам-парам-пам-пам. Молодцы! Юлия Шагунец. Альберт Скороход, спасибо большое. И вы, конечно же, наши самые-самые любимые сегодняшние зрители. Спасибо вам!